Спасибо, я рада тебя услышать была. Сейчас остановились. Город Лиски, как-то так называется. Лиски. Я приболел, он прокладывал. Пассажирский поезд 481 на Новороссийск, Москва отправляется со второго пути первой платформы. 50 минут стоим. До отправления пассажирского поезда 335-336 на Новороссийск остается 2 минуты. Поезд на четвертом пути второй платформы. Мороженое до сотки 50. Сгущенку можешь маленькую взять. Опять я стакан этот. Потерял этот стакан, взял у проводника и просто его, блядь, потерял. Не знаю, как быть, потому что, блядь, я деньги по-любому платить не буду. Блядь, хуй его знает. Типа вокзал города Лиски. А это город или это деревня какая-то? Город? Типа это город, короче. Бар. Вокзал, короче, города Лиски. Цены на бухло. Бухла тут нормально. Церковная лавка в зале ожидания. Похавать можно, попить. Ну, в принципе, здесь нормально. Пусть он и маленький такой, вокзальчик. Ну, как бы здесь побухать можно, сувениры купить можно. Что еще надо? Помолиться сразу же можно. Если за синьку с поезда выгнали или обворовал кого-нибудь в поезде, тут высадили тебя. И сразу же помолился. Это проводник наш. Матрасы очень удобные в этот раз. Прям классно. Я забуду, наверное, кому же мы забудем. Ой. Тихо. Чуть телефон не сбили ногой.